Армению продолжают лихорадить от заявления членов команды Пашиняна вслед за главой МИДа Армении своими словами. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян поверг в шок армянскую общественность. В своем интервью общественному телевидению Григорян в ответ на вопрос «Турция больше не вражеское государство для Армении» заявил следующее. «Если мы идем на разблокирование региона, то в наших подходах должны быть определенные корректировки, и мы в этом направлении работаем». В продолжение он отметил, что однозначно утверждать, что никакой угрозы от Турции не исходит, было бы неверно, но общие процессы в регионе открывают и другие возможности. По его мнению, после войны в регионе произошли большие изменения, и процесс разблокирования транспортных коммуникаций вступил в интенсивный этап. «Мы считаем, что разблокирование должно быть не только с Азербайджаном. Необходим более широкий региональный подход. Думаем, что возможности для этого есть», – сказал Григорян. В то же время он отметил, что прямого диалога с Турцией в настоящее время нет, но публичные заявления представителей двух стран позволяют предполагать, что возможности разблокирования коммуникаций в регионе есть.